Он работал кинологом и не думал, что это увлечение приведет его на экран, а потом появятся и другие хобби в виде прыжков с парашютом и сноуборда. Она много лет работает на телевидении, но всегда остается за кадром. Но на этот раз справедливость восторжествовала. Смотрите интервью с ведущим программы «Хочу домой» Виталием Рылеевым и режиссером видеомонтажа Натальей Самойловой в программе «За кадром» 25 ноября в 19:30 на телеканале «Самара ГИС».